Бывший американский чемпион сделал прогноз на второй бой Головкин-Канело. Американский боксер Антуан Дуглас поделился мнением о предстоящем реванше Геннадия Головкина и Сауля Альвареса. «Думаю, у Канело по-прежнему нет шансов. В первом бою Канело выиграл первые несколько раундов. Но потом осознал, что не смог нанести урон Головкину своим лучшим ударом. А затем Трипл G начал набирать обороты. Если подвести итог всему бою, то он полностью равный 6-6, но разница в том, что раунды, которые выиграл Канело, они были близкими, а раунды, которые выиграл Головкин, в них Канело вообще не отвечал ему. Посмотрим, что будет во второй части их противостояния. Я бы не сказал, что шансы 50 на 50. Думаю, Трипл G может уложить его. Не представляю, как Канело побьет его», — сказал Дуглас в интервью The Boxing Voice.